Ну что, с праздником? С праздником. С праздником. Целоваться будем? Я вот лучше вам зачитаю кое-что. Давай. Валентинку написал, мужики. Всю ночь не спал. С любовью? Нет, с надеждой, потому что санитеку посвящается. Ух ты. Сами понимаете, на улице мерзопакостно. Давай. В такой день. А мы изобразим. Ну да. Давай. А вы с помощью рук и ног давайте сурдоперевод. Я лицо буду делать. Так, ну давайте. Итак. Валентинку санитеку мы решились написать. А начнется Валентинка фразою «Твою же ж мать!». Дело в том, что нынче утром встал ребром вопрос один. Неужели по сугробам не дойдет к нам Валентин? Нынче пасмурно в столице, ощущение, что век, на мороз и снег столичный славно ложит санитек. Но жива еще надежда, что в какой-то дальний срок санитек на лед положит не пупулик, а песок. И, наконец, хэппи-энд. И тогда на радость людям Валентин зажжет огни. Будут счастливы ребята и в постели не одни. С надеждою в день всех влюбленных. Целоваться будем все-таки? Мы вас любим! С праздником! Пока!